добрый день, здравствуйте, с праздником, с Днем города и, конечно, с замечательным фестивалем памяти Сергея Мельникова. Сергей был моим близким другом, и он всегда просил меня спеть песню. Ему очень нравилась песня моя, которая исполняется от лица самолета Ту-95 и называется «Песня стратегического бомбардировщика Ту-95, выполняющего свой последний полет». Вообще у летчиков нет слова «последний», но в данном контексте вы поймете, почему это слово применимо к этому самолету. Мой окончился срок, отработан ресурс, отлетался я, брат, отбомбился. Мне остался один заключительный курс, тот, к которому я не стремился. И пускай я устал, мог еще полетать, рассекая воздушные волны, но теперь на меня уже всем наплевать. Скоро срежут винты и пилоны. Помню все я до самых последних минут, да во мне погибает мечтатель. Но особенно помню свой первый маршрут, как меня усмирял испытатель. Выбиваясь из сил, я хотел доказать свой характер и нрав и гордыню. Но что рвал он руками, сумел удержать, и в узде меня держат поныне. Иногда я брыкался, движки выключал и сиреной ревел в перепонки. Но всегда экипаж, он свое дело знал и меня доводил до бетонки. А потом инженеры лечили меня, заменяя больные детали. И я помнил об этом, им верность храня, уносясь в поднебесные дали. 30 лет — это срок, отработан ресурс, отлетался обратно, отбомбился. Мне остался один заключительный курс, тот, к которому я не стремился. Не увидеть мне больше багряный закат, океана безбрежные волны. И окончен уже мой последний парад, скоро срежут винты и пилоны. Спасибо. Следующая песенка называется «Воспоминания об Анадыре». Это когда в июне нас там запорошило снегом, пургой. Благодаря этой командировке в Анадыре я там познакомился с ныне здравствующим и присутствующим здесь заслуженным летчиком-испытателем, героем России Игорем Вотинцем. Мы познакомились в Анадыре в гостиничке маленькой. И вот песня называется «Воспоминания об Анадыре». Вдоль по взлетной полосе поземка стелится, ветер рвет чехлы, луна качается. Разгулялась белая метелица, и уже неделю не кончается. Мы в гостинице поем про куртки кожаные, про любовь и про Серегу Санина. Впечатление, что всеми брошенные. Мы на севере у мыса Канина. Не отправишь письма, не дозвонишься. Полоса в снегу выше пояса, и несутся облака, не угонишься. Прямо с севера, прямо с полюса, без надежды сводки ждешь с метео. На синоптика чуть не молишься, не дождешься попутного ветра. Не
неба чистого не допросишься. Она метелица, блудница, заметает нас. Разгулялась на все четыре стороны, и в печи уже давно огонек погас. Свечи теплятся, пока карты розданы. А на мизере снова туз в прикупе. Даже здесь отказало везение. Ты у севера меня выкупи, хоть на месяц, на день, на мгновенье. Укради меня у севера, выкупи, хоть на месяц, на день, на мгновенье. На мгновение. Спасибо. Ну, еще одна песенка. Она веселая. Началось все с того, что мои друзья аэрофлотовцы рассказали мне такую штуку. Когда они завели в кабину Ту-154 девушку, и первое, что она сказала, когда вошла, она сказала так: «Вау, сколько часиков!» Вот. Вот это и послужило к тому, что получилась следующая песня. Называется «Пилот и блондинка». Скажу, блондинка – это что-то, но вот обидеть может каждый. Ее в кабину самолета, увидев, пригласил однажды. Она вошла, все просветлела, все даже стали выше ростом. Автопилот и тот задело, хотя он железяка прост. Зачем вам часиков так много? А два руля зачем, не знаю. А как вы ищете дорогу? Я стюардессой стать мечтаю. Такую сыщите едва ли, особенно эффектно сзади. Чтоб все в осадок выпадали, на мини-юбку мою глядя. Вот рейс из Внуково в Хитроу наш лайнер белый совершает. И я не мог сказать ей ноу, она теперь со мной летает. Да вы признайтесь, это ж круто, когда она туда-обратно. И пассажиры отовсюду глядят, и всем везде приятно. Когда же видите вы лица в салоне членов экипажа, то кнопку вызов проводницы не стоит нажимать вам даже. Она в кабине с капитаном, и понимать немного стало, как управлять аэропланом, и нахрена нам два штурвала. Спасибо.